столица республики. Она особенно хороша в ясные погожие дни начала осени. Как и вся республика, столица Татарии в лесах строек. Сооружаются новые жилые кварталы с удобными благоустроенными домами. Сентябрь. Снова распахнулись двери школ. Эти малыши делают только первые шаги в учении. Казань – город вузов. Здесь их более 10. Старейшее высшее учебное заведение Казани – университет. В нем в 1887 году учился Владимир Ильич Ленин. Здесь, в Казани, началась революционная деятельность гениального основателя коммунистической партии и советского государства. И глядя на любимое с детства лицо Ильича, советские юноши и девушки мечтают жить, работать и бороться за коммунизм по-ленински. Казань дала миру плеяду замечательных ученых – Зинина, Бутлерова, Лобачевского. Как и все трудящиеся татарии, работники культуры и искусства встречают 40-летие Великого Октября новыми успехами. В песнях славят они наше чудесное время, нашу родную коммунистическую партию. В братской семье советских социалистических республик расцветает Татарстан, богатый привольный край. Край, где живут трудолюбивые, дружные, талантливые люди.